В этом году Одинцовский городской округ стал лидером ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье» сразу по нескольким показателям. По числу проектов-победителей и по количеству поданных заявок. Их было 2669. В этих проектах участвовало, было вовлечено 4274 человека. Огромная армия неравнодушных людей. И по большому счету такого количества хватило бы на несколько муниципалитетов. Вот они, 74 лауреата, самые инициативные жители муниципалитета. Призовой фонд наших победителей составил более 13 миллионов рублей. Участники представили свои проекты в 4 номинациях. Наибольшее количество заявок от жителей Одинцовского округа было в категории «Творчество и духовное наследие», чуть меньше в номинации «Прорыв», еще 33 в номинации «Волонтерство и благотворительность» и 6 человек победили в категории «Экология». В число лучших из лучших вошло много звенигородцев. В этом году я подавала в номинации «Волонтерство, благотворительность». Мой проект называется «Самая активная мама Звенигорода. Образ жизни и помощь людям». Я представляю проект на премию «Подмосковье». Нашу организацию, это Центр поддержки семьи, материнства и детства «Всем добра, Звенигород». Мы запустили проект «Любушкины цветы» с мастер-классами, совершенно бесплатными. То есть дети приезжают группами, сажают. Мы объясняем им, рассказываем, составляем композиции. Третий год выхожу с проекта «Волонтеры Звенигорода». Становимся лауреатами. И в этом году отрадно, что мы присоединились теперь уже к Одинцовскому округу, и у нас выросла наша организация, и мы начали взаимодействовать с волонтерами Одинцовского округа. Практически каждый лауреат хотел выразить благодарность за поддержку. Красивую торжественную церемонию прерывали их эмоциональные выступления. Спасибо губернатору. Этим самым вы даете нам надежду, что на территории Одинцовского района будут развиваться такие олимпийские виды спорта, как самбо-дзюдо, тяжелая атлетика, не менее популярный вид спорта – силовое троеборье и сейчас более популярное функциональное многоборье – кроссфит. Завершилась встреча общей фотографии. В кадре едва уместились все лауреаты. Они гордо держали в руках заслуженные награды и мысленно строили дальнейшие планы по реализации своих задумок. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».